Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю играть в четвертый Tomb Raider The Last Revelation. PlayStation 1 версию европейского региона. Второй уровень, который называется Race for the Iris. Гонка за ирисом. And now for the last. You are an exemplary student, Lara, although you have not yet learned the root of all adventuring, the craving to win at whatever cost. I throw down the gauntlet to you, my child. Whoever is first to the iris claims the prize. Watch your back, old man. I warn you, I'll pull no punches. I expected no less. On the count of three. Так, пожалуй, сохранюсь. Тут надо будет бежать. Можно не торопиться особо, но можно и поторопиться. В принципе, тут ничего такого собирать не нужно на этом уровне. Ничего полезного нету. Да, вот тут, кстати, уже появились шипы. Их не было в американке версии 1.0. Тут уже вот они есть. Так, ну постараемся прибежать побыстрее, но... Тут аккуратно. Шипы. Если чувствую, что лучше не торопиться, Лезем наверх. Минуем яму. Так, куда вот он побежал? Ага, все, закрыл он эту. Не успел я сюда. Придется бежать в обход. Тут у нас мостик. Преодолеваем препятствия и бежим дальше. Залазим вот здесь. Ну тут вообще не важно на самом деле, кто придет первый, кто второй. Так, ага, получилось так, что я пробежал в итоге быстрее, чем он. По этому пути. Так, теперь направо поворачиваем. Бежим в решетку. Здесь, кстати, можно порыться вот в окошке. Закрыл я решетку зачем-то. Так, ну нам надо, видимо, наверх залазить. А я не знаю, зачем я ее закрывал вообще сейчас. Что мне это дало? Так, и вот какой-то проходик. Проходик. Прыгаем вперед, видимо. Через шипы. Лезем дальше. Выше. Так, еще одни шипы. Осторожно. Тут порезаться можно немного. Так, и поднимаемся наверх. Тут вот лестница. Бежим по мосту. Фон Крой мог бы обрезать этот мост. И пришлось прыгать бы по веревке тогда. Так, теперь вроде бы сюда, а может и не сюда. Не, сюда, вот тут надо в череп зайти. Падаем вниз, и здесь у нас, собственно, я пришел вроде бы первый. Налево сейчас. Да, вот, добежали. Смотрим заставку. Such an old man after all, yeah? Come here, child. The mechanism will require us both to release it. Или он пришел первый, я что-то не понял. Ah, ancient hocus pocus. Forget this nonsense and come over here. I don't count poison darts and triggered entombment, your average Charles Tea Party. I feel we should lend this some respect. Ah. And you are the world-famous archaeologist-adventurer Lara Croft, yeah? No, I am the renowned archaeologist-adventurer Werner von Croy, and you will do as I say. Go to the wall and pull the lever. What was it you said? Disrespect is the root to carelessness? I am weary of this. Pull the lever now, Miss Croft. On your head be it. Von Croy.
Have faith in experience, child, and you will learn more than simple... Так, ну вот прошли мы второй уровень. Теперь Лара уже взрослая, и ее приключения начнутся в Египте вовнутрь. Тут у меня уже появится и оружие, и все. Наши дни, так сказать. Ну тут дробовик лежит в яме, но я его брать не буду. Так, ну что ж, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующей серии. Пока-пока.